Весенние ручейки, ребятушки. А хочу я вам поснимать вот те ледники. Видите? А, ну так я был прав, это для лыжников. Видал, как мотает? Обалдеть, блин. И следующий. Их видим. А если кто-то упадет, то все, его затопчет. Да, это горнолыжные ледники. А это стоянка перед горнолыжными ледниками. А мы держим путь к живописному мосту. И нам надо с вами туда, ребятушки, успеть. Обожаю этот звук с детства. Вот оттуда мы пришли. Тут какие-то у нас закрытые зоны. А мы идем вот куда. Вон он, видите, торчит. Живописный мост.